Всем привет, мои хорошие! С вами Михеева Мария и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скрапбукинге. Если вы новенький в моем канале, то хочу вам рассказать про то, что сейчас на Новый год я делаю такой челлендж. Я делаю видео абсолютно каждый день. И сегодня хочу устроить себе челлендж внутри челленджа. И сейчас расскажу об этом подробнее. Обычно в открытках я добавляю много красивых элементов, делаю что-то необычное и стараюсь, знаете, так наполнить ее содержанием. Сегодня же хочу поступить ровно наоборот и сделать открытку с 10 элементами. Если это вам интересно, то продолжайте смотреть. Как я уже сказала, в сегодняшней открытке будет всего 10 элементов. Я пока сама немного в шоке. Изначально хотела выбрать 5 элементов, но когда начала пробовать что-то составлять, поняла, что 5 элементами я точно не смогу ограничиться. Хочу отметить, что основа для открытки 10 на 15 сантиметров. Она открывающаяся, поэтому разрезаем мы 20 на 15 сантиметров. Эта основа в качестве декоративного элемента считаться не будет, а вот все остальное будет. Буду я сегодня использовать коллекцию от Polkadot Новый Код, и это будет монобрендовая открытка, то есть здесь будет только данная коллекция и ничего кроме данной коллекции, за исключением различных кружавчиков и веревочек. Также любой листик, который буду брать, это будет считаться отдельным элементом. Я посмотрела все листики из коллекции, сейчас вам их покажу быстренько. Мне больше всего понравились как раз таки те, которые я выбрала. На самом деле мне нравятся абсолютно все листики, но именно для этой открытки я подумала, что сочетание вот этих двух будет выглядеть очень здорово, но, возможно, я еще передумаю в процессе. Сегодня основная наша задача будет хорошо и правильно собрать данную композицию, чтобы новогоднее настроение можно было передать 10 элементов. Из данной коллекции у меня есть высечки, у меня есть чипборд, у меня есть листики. И плюс я еще вдохновилась тем, что вчера нашла вот такие трубочки в горожанке, они мне очень понравились, хочу их также использовать, как в случае со всеми остальными элементами. Одна трубочка — это один элемент. Трубочка у нас, слава богу, длинная, ее буду разрезать. Приступим к тому, что будем вставлять композицию. Забрала бумагу, которая была в коллекции, и мне понравилось два цветовых сочетания. Во-первых, это вот эти машинки с леденцами и вот такие елочки с гирляндой. Поскольку видео, в принципе, с одной открыткой получится не очень долгое, я подумала, что, возможно, в этом видео я сделаю две открытки. Вот так совершенно внезапно, потому что не могу выбрать между этим и этим фоном, и хочу попробовать оба. Сделаю их примерно в одной тематике, то есть, чтобы они друг с другом как-то сочетались. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такие вот фоны. Здесь елочка и вот такая гирлянда. Я хочу их оба использовать, то есть сперва елочку, затем гирлянду. Здесь я не буду добавлять много разных кружев, разных подложек или еще чего-то. Но далее я буду использовать трубочки. С трубочек я хочу сделать такую подложку, на которую приклею вот эту надпись. Мне очень понравился вот этот чипборд с надписью 2019. Видите, тут у нас есть гирлянды. И тут есть гирлянды. Этот бантик я точно хочу использовать. Также я хочу какой-то элемент сделать вот сюда. У меня есть такой чипборд. Есть вот такая вот высечка. И, в принципе, такая высечка тоже есть. Ну, практически есть вот такая вот высечка. Думаю, что с фоном я определилась, поэтому фон я сейчас вырежу, чтобы понять, в каких я размерах работаю, а после же буду смотреть за декором. Я так примерно посмотрела, что в 10 элементов я должна уложиться. Сделаю вот здесь такой домик, такой вот тег в ожидании праздника. Мне кажется, будет очень прикольно смотреться. Не знаю, пока правда буду использовать вот этот домик или вот этот домик. Мне оба нравятся. Плюс я здесь хочу уже сделать такую подложку из трубочек, поэтому мне нужно знать, какого размера будет данная часть. И мне нужно, чтобы сюда у меня уместилась вот эта надпись, и чтобы она была не совсем в самом низу. Поэтому сейчас я измерю, сколько у меня здесь получается. Здесь я сделала высоту 10 сантиметров, а здесь практически 15 сантиметров по открытке. Сделала несколько миллиметров меньше, чтобы оставался небольшой кантик. Точно так же поступлю с данной подложкой. Определить, какого размера будут у меня трубочки. Я, в принципе, это уже сделала, решила сделать по 4 сантиметра. Размер трубочки оказался очень удобный, буквально 3-4 миллиметра не хватало до 20 сантиметров. А трубочки я хотела, чтобы были одинаковыми. В итоге я разрезала две трубочки на 8 кусочков по 4 сантиметра. Получается, 2 элемента использовала. Такого количества трубочек мне должно хватить. Я их на открытке хочу расположить немного хаотично, то есть, чтобы они были вот так. Так, то есть каким-то таким неопределенным зигзагом. И сверху приклею вот такую вот надпись. Далее я также думаю использовать вот эти вот помпошечки и добавлю еще вот такую вот штучку и вот такую маленькую высечку. Таким образом получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается ровно 10 элементов. И приступим к тому, что соберем открытку вместе.
сделать себе еще больше челлендж, то в данную открытку можно было бы добавить всего лишь один элемент, какое-нибудь окошечко сюда с поздравлением, и она была бы готова. Я же все-таки хочу пользовать трубочки, но уж очень мне нравится. Трубочки я буду склеивать с помощью горячего клея, потому что мне кажется, что так они лучше схватятся друг с другом. Хочу сперва их склеить между собой, правильно на них расположить надпись, и только тогда их вот сюда вот так приклеивать. Но я уже вижу, что будет очень здорово. Плюс мне нужно найти небольшое место для помпончиков. Я решила в процессе немножко изменить. Я использую вот этот вот бантик, потому что он очень классно смотрится. Но я хочу добавить трубочки, чтобы они выходили за пределы вот этой надписи. Поэтому я использую еще одну трубочку. Это будет моим 10-м элементом. А вот эту штучку я использовать не буду. Данными трубочками настоятельно рекомендую использовать с ними горячий клей, потому что они очень жесткие. Боюсь, что на клей момент кристалла они будут приклеиваться очень-очень долго. А вот с горячим клеем они клеятся хорошо. Открыточка у меня получилась. Мне кажется, выглядит очень необычно. Считаю, что челлендж более чем удался, потому что такая классная открытка из 10 элементов, это очень здорово. Следующая открытка, которую сейчас с вами сделаю, будет еще большим челленджем. Я для нее выбрала всего 8 элементов. И сейчас под красивую новогоднюю музыку вместе с вами ее сделаю. Когда я придумывала композицию, я планировала сделать вот так, добавить сюда такую гирлянду, но я сделала все-таки вот такую высечку. Мне кажется, она вот так будет смотреться лучше. Машинка как будто у нас куда-то едет и везет елочку. Здесь у нас написано «елочка нарядная». А вот эту подложку я наклею на еще одну подложку с такими вот печеньками. И вот так открытка мне нравится намного больше. И
Такие вот открытки у меня получились. На сегодня это все. Я надеюсь, что смогла показать вам, что даже с минимальным количеством декоративных элементов можно сделать очень красивые новогодние открытки. Если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поставьте ему лайк. А чтобы не пропустить следующие видео, подпишитесь на мой канал. Здесь я ставлю кнопочку, на которую можно нажать, и вы будете подписаны. И посмотрите другие видео, которые, как мне кажется, вам понравятся. Ну а я увижу с вами завтра, и мы будем делать красивую открытку из коллекции Fleur Design «Снежная акварель».